что и сегодня в этой игре с Бетисом нечто похожее может произойти. А может быть и наоборот. Депорт обратил тренера, Бетиса, да, на то, что он сделал удар головой после подачи Лукаса. И если бы не Лукас, удар и гол! Включили. Еще раз давайте обратим внимание, кто же здесь оказался первым. Из центра следует неожиданная передача на левый край. Можно здесь обострить. Подача. Надо замыкать. 1-1. По тайму еще веселее становится в нашей игре. Совершенно никого не себя чувствует. Удар. Хорошая попытка. Это возрастных игроков в составе Депортиво. Но противоход. Хотелось бы еще раз увидеть этот момент, но, возможно, сейчас увидим и второй мяч Депортиво. Нет. А мы еще раз наблюдаем момент с Лукасом и с Антонио Аданом. Лишь предположение. А вот голевая ситуация. Удар поворотом. Мяч летит в... Реализация. И удобная точка для левши, коим является Варгас. Удар поворота! В ожидании удара Варгаса. А этого делать ни в коем случае нельзя было. Да и в общем утруждает себя в точности передач. Очень обивались болельщики как могли. А возможно Мерино, его команда. Депортиво в атаке, прострел и гол! Фесаль Фажер становится автором забитого мяча. Рубен Кастро, перевод в центр, Вольф Свинкель, пас на Кадира, Кадир, ложный замах, удар! Убирает одного игрока. И еще пару раз может что-то поменять. Это Фажер. Да, именно он. Здорово, все в одно касание. Голевая ситуация возникает у ворот Бетиса. Вот это да! Это счет бы стал 3-2. Но вот здесь, ну, конечно, не 30-40. Подача. Я думаю, таких подач под конец будет еще больше. Пробил с дальней дистанции. Передача в разрез. Можно простреливать. Лукас Перес. Нет, решил сам. Разгоняет эту комбинацию. Бергантиньо сделает это мастерски. Очень опасная. Рубен Кастро. Дай налево. Мусонда открыт. Кастро, удар. Выбираться из этого затруднительного положения. И Молина. Он повыше. Удар. Радам. Потрясающий.